Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали. Военные учебные сборы проводились и 100 лет назад. Об одном из них в 1912 году извещала газета «Вятская речь». Приближается призыв запасных нижних чинов в учебный сбор по Вятской губернии, в который в сём году будут потребованы нижние чины запаса пехоты, пешей артиллерии и инженерных войск. Планируется продолжительность этого сбора при частях войск 4 недели. На сборные пункты явка должна быть строго в сроки, указанные в явочных картах, рассылаемых запасными воинскими начальниками. О факте равнодушия к жизни города и его жителей со стороны членов Вятской управы на страницах газеты «Северное слово» столетней давности напечатана заметка, отражающая возмущение горожан. Бульваров в городе только один, на Николаевской улице, где по вечерам можно наблюдать порядочно гуляющих. И вместо того, чтобы хотя бы этот единственный бульвар содержать в порядке, наша городская управа сама его приводит в такой вид, что нельзя по нему безопасно ходить. В апреле месяце от сильного таяния снега затопило дом Фетисовой между Пятницкой и Раздерихинской улицами. Приехали на этот потоп член управы Шубин и техник Шмидт с рабочими, разрыли бульвар для спуска воды в сточную трубу и уехали. Так, с апреля месяца стоит эта канава незарытой, и прохожие должны или прыгать через нее, или выходить с бульвара и обходить ее. Что думают отцы города, неизвестно. Поддерживая интерес вятской публики к местному кинематографу, его дирекция занималась не только тщательным подбором кинокартин, но и стремилась создать для посетителей максимум комфорта и уюта. «Северное слово» писало об этом. В зимнем помещении электротеатра «Прогресс» производится в настоящее время спешный ремонт, после которого электротеатр будет открыт. При нем устраивается небольшой садик с фонтаном, эстрадой для музыкантов, цветными лампионами, цветочными клумбами и прочими атрибутами. Дирекция в настоящее время занята вопросом о наилучшем подборе картин, которые, как мы слышали, будут выписываться по возможности из первых рук. Одновременно с зимним помещением будет функционировать и летнее помещение. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.